Так, ну это 35-ваттная лампочка, 12 вольт. Ее зажег, ну там 10 чем-то на самом-то деле вольт. Чего нету яркости. Вот, эта лампочка маленькая. Положим ее на коробочку, чтобы у меня не пропалило ничего. Запустил вот УПСа. Вот трансформатор. Вот контур через него пропустил. Фиговину. Замерим, сколько она. Опа. Кушает 1,4. 1,48, 1,5 ампера. Получается. Так, это подальше, чтобы не спалить. Попробуем поискрить. Вначале вот на проходящий проводочек. Что получится. Включаем. Искрится. На самом-то деле ни хрена не происходит. Можно переток. Один, как было, так и осталось. Трансформатор. Ну, там еще один у меня на землю. Сейчас будем искрить в один из контактов лампочки, то есть во вторичную обмотку. Первичная подключена к УПСу. Посмотрим, будет ли она моргать. Так, ну, наверное, отлетела. Сейчас поставим вот это. Держаться. Начнем. Вначале типа искрилку включим. Собака. Отлетел. Вот так вот расположим. 100% там будет пробивать. Включаем, пробивает, теперь запускаем, я не вижу, чтобы оно ярче чуть-чуть светилось, вообще не вижу. Попробуем выключить высокое. То же самое. Включаем. То же самое. Так, значит, что я только не пробовал. И пробовал искрить сюда, и пробовал искрить сюда. Это я утрирую, конечно, и сюда тоже. Лампочка, вот, она никак не реагирует и не моргает вообще. Вот я пытался пропустить вообще высоковольтное через трансформатор вот сюда вот и через лампочку и на землю, как бы здесь магнитным полем либо тормознуть его, либо хрен его знает что сделать. Вот, но хотя тут получается магнитное поле какое-то такое будет холостого хода, потому что не замкнуто ж, ничего не сосет. Там еще какой-то одной обмоточки я не вижу, чтобы ее замкнуть отдельно. Если принудительно попробовать коротышом позамыкать его, можно, в принципе, попробовать и посмотреть, что будет. Это я сейчас еще раз попробую. Так, вообще-то, и сюда вот пытался искрить. И при замкнутой вот цепи оно было. Искрил и сюда землю вот подключал, получается. Так землил один провод. 10 вольт стабильно я мерил ровно при нагрузке. 35 ватт, 12 вольт лампочки. Это 1,45 ампера она кушает. Разные конфигурации здесь подключал контактов. Мерил ток в заземленном проводе при искрении без. В принципе, ничего такого тоже не заметил.
Ну, со временем глючить начинает эти клещи, разве что, когда искришь непосредственно вот сюда вот. Так, чтобы стабильно, такого не было. Зажечь по одному проводу тоже не удалось. Что еще такого? Кстати, искрил сюда, на эту обмотку смотрел здесь. Никакого такого вольтажа я здесь не заметил. Одновременно и наоборот, если искрить сюда, появление вольтажа тоже здесь никакого не заметил. Разрядик какой-то такой слабенький. А если же подключаем к вот этим обмоткам напрямую контакт, скажем так, без искрения, либо же к вилке вот сюда, вот, то на второй его части не выскакивает искра, то есть не проходит трансформатор. В принципе, можно. А, у меня всего две руки, не можно, значит. Пробовал даже на язык, чтобы, может, микровольты там какие-то ощутить. Есть они там, нету щепления, ну, то, чего тестер, может, не улавливает, когда искрим на ту или на эту обмотку. Тоже ничего такого не заметил. Что еще можно было добавить? Ну, в принципе, схемы покажу какие. Хотя, что тут показывать? Ну, и так понятно. Заземление сделал хорошее из этой пары к батарее, закрутил все плоскогубцами, плюс еще сверху одел хомут металлический, хомутом это все скрутил, придавил так, чтобы оно плотно-плотно там прикасалось к батарее. Ну, даже не знаю, что, может, искры это вообще все фейк такой, чтобы мерцало, чтобы люди велись, а там какая-то конфигурация или включение каких-то обмоток, либо еще чего-нибудь, не знаю. Я вот именно вот от такого искровика, у меня приборы там всплески от него не фиксируют. Очень, очень, то есть как-то незначительно. Если есть что-то, можно сказать, что практически ничего нет. То есть разряд очень шустрый. Что еще по нему добавить, я не знаю. Пробовал также, я показывал, вот через катушку пропускать провода, либо же, ну, трансформатор помещал вот этот тоже в катушку. Ничего такого не заметил, опять-таки же, кто его знает, что еще можно сделать. Да и вообще, что может сделать этот разрядик, я не знаю, он реально очень слабенький. Короче, вот только что попробовал разрядик. Ну, в одной руке я держал. Вот это два раза попробовал, вот так вот держал. Получается, сюда искрил. Естественно, этот сюда искрит, на этот конец. Ну, так, если держать, оно, конечно, не пробивает. Ну, подводил палец вот сюда. Ну, так шарахнуло через две руки нормально. Протрезвляет, могу сказать, протрезвляет разрядик. Понравилось. Второй раз тоже попробовал. Но можно выставить такой зарядик, вот если туда и сюда искрить, что будет по чуть-чуть искрить палец, так вот еще промежуточно. Ну и в принципе ничего такого биться не будет. Но если пробьет через две руки, то хорошо пробивает, могу сказать так именно. Не такая уже она и слабенькая, как кажется. Я же говорю, что через две руки хорошо. Трезвость появляется в голове, ясность мысли сразу же. Так, значит, вот это вот держал вот так вот на расстоянии. Ну, либо одна прислонялась сюда, там второй провод подключен через искровик, тоже вот сюда вот. А второй искрил. Вот сюда тоже. Да, пробивает тогда через два этих. Ну, через все пробивает. Ну, а вот эти вот два провода я взял просто в рот, ну, чтобы ощущать, как оно. Ну, могу сказать, да, согласно разрядам 9 вольт, так ориентировочно, ну, сила 9 вольт, как кроны, оно лупит в язык. Ну, приятненько так, мне понравилось. Есть, причем заметил, кратно лупит разрядом, и
сила ударов в язык зависит от того, какой здесь будет промежуточек. То есть, если он будет здесь маленький, будет и мало бить. Вот так вот растягиваем, растягиваем. Ну, у меня пробой где-то вот на таком расстоянии, ну, где-то вот на таком максимально оно бьет. Это я условно говорю, чтобы понятно было, что здесь слабенько бьет, так тык-тык-тык-тык-тык, а здесь ну, тык-тык, хороший такой либо потенциал, либо ток появляется. Тестер подключать не хочу, будем, ну, мало ли сгорит, сколько там вольт. Ну, ориентировочно по ощущениям 9-12 вольт на выходе получается. Вот интересно, сейчас попробую наоборот. Сколько получится на 220? Главное, чтобы не прибило меня. Так, ну в таком ключе получается, опять-таки же, ну, вот эта штука сохраняется тудым-сюдым. Единственная со мной, наверное, связь хорошая получается, потому что обычно, когда я держу, оно не пробивает. А тут реально мне через язык и в руку тоже пробивает. Ну так, приятненько. По мощности могу сказать, вот когда к этому прислонил язык, слабее, чем вот эти провода прислонить, реально слабее, в раз 10, наверное, слабее, может, пару вольточек, но такое впечатление, что как-то более, что ли, высокочастотные они получаются, кто его знает, может, за счет того, что слабее, больше их получается, вот такое впечатление, как-то так. Ну, естественно, когда вот эту вот убираешь, и не прикасаешься, то и здесь, в принципе, тоже на тебя уже не пробивает. То есть, есть какая-то связь.